Итак, изгородь из туи восточной. Сегодня буду постригать ее. В ширине она примерно 50 сантиметров. Забор у нас 2 метра. Сама она, ну, метров 8, наверное. Так, как сидят деревья? Примерно в 30-40 сантиметрах друг от друга. Изгородь плотная, но я буду укорачивать ее. Во-первых, в ширине ее буду делать. Ширина будет у меня где-то, ну, очень много буду срезать. Сейчас здесь все культурится, все приведется в порядок. Изгородь прекрасная, из туи восточной особенно. Ну, верх тоже придется срезать, до забора я хочу. То есть это примерно сантиметров тоже 50. Но помучиться придется, поэтому сейчас я прервусь, а затем сниму аппараты, которыми мы будем работать. И все я это сделаю, поставлю на ускоренку, скорее всего. Потому что очень-очень много тут снимать придется. Ну что, можно начинать, в принципе. Погода позволяет. Я буду использовать, ну, вот такой вот кусторез. Хутор. Там можете прочитать, найти его. Маркетах. И Bosch. Это старенький у меня, у него уже ножи даже постачивались, если можно видно. Видеть. Можно видеть, да. Так, дальше. Это электрический. Это на батарее. Но он намного слабее. Если так его. И этот, если. Вот это вот зверь. Ну, сейчас приступим. Ну и, естественно, секатор нам понадобится. Ну, изгородь я хочу, как я вам уже и говорил, сделать примерно со своего роста, ну, 1,75 м, 2 м, чтобы даже забор было видно. Так, сейчас мы бочки уберем. Солнышко светит. Это, кажется, она этим летом не стригла. Напомню, сегодня все какое 11 сегодня у нас октября, извините, в числах потерялся этой работы. Изгородь сажалась в 2011 году. О, как символично. Сажалась примерно через 30 сантиметров. Ну, здесь снизу тоже будет все убираться. Да, она очень классно смотрится, особенно если издалека отойти. Солнце, наверное, попадать будет. Но вверх уже до того пошел, его надо равнять. И по ширине очень широкая она, сантиметров 50. Уже двери из машины нельзя открыть. То есть подъезжаешь на дорожку, и двери уже не открываются. Так что будем стричь. Ну вот, чуть-чуть состригли уже.
ширину, ну, ширина уже не такая. Где-то примерно, ну, я не знаю, сантиметров 15 мы убрали. Но здесь подровняется еще. Сейчас изгородь будет выглядеть, конечно же, ужасно. Пусть зиму, ничего страшного. Потом нарастет высокая, очень высокая, поэтому надо состригать. Сейчас сюда поближе подойду от солнца. Состригли довольно много, ну, довольно ровно, я считаю. Так что я буду вставлять некоторые комментарии. Как бы очень трудно. Ну, опять же, еще надо забирать. Сейчас еще раз пройдусь и посмотрим, что из этого выйдет. Сейчас подумаю, или вверх начну. Сейчас небольшой перерывчик сделаю. Ну вот я поверху примерно наметил, примерно. Потом это, конечно же, все равняться будет секатором. Это все будет равняться. Сейчас секатор, стремянка и выравнивание по забору. Аккуратно, не спеша, это все будем делать. Ну еще раз обрезали. Еще раз обрезали изгородь, но уже получше, не такая она прямая, как кажется, но все-таки она уже редкая становится, но зато потом нарастет и будет все хорошо. Кстати, я вам могу показать, вот там я сделал изгородь, тоже вся была заросшая. Она хлипкая, она прозрачная, но ничего, следующим летом мы из нее сделаем красавицу. Да и сейчас дожди пойдут, она будет довольно нормально. Так, опять солнце светит, это у нас ель обыкновенная. Так, ну вот надо убрать по забор, против солнца снимаю, по забор. Поворота, вот это все надо убрать, это на стремянку будем вставать. Итак, ну пойдемте посмотрим оттуда, но внизу потом подровняется. Вообще равнять изгородь я буду, наверное, уже завтра, послезавтра. Thank you.
Ну вот такая изгородь получилась. Срезали почти до забора. Ну там где-то подровнять надо, конечно. Забор вот снизу. Вот у нас. Ну то, что она такая не светло-зеленая, это уж простите, октябрь месяц. Нарастет в мае, будет шикарная. Потом ее не забыть обрезать. Да, ребята, главное не забывать обрезать ее. Каждый два раза в лето. Я уже заговариваться начинаю, но работа не из легких, потому будете мучиться. Так вы прошлись 15 минут, все собрали и все хорошо у вас. Изгородь нормально получилась, просто цвет, я не знаю, попадает, не попадает вам. Уже довольно-таки темно. Ну, она и была изгородью всегда красивой у меня. Это просто в этом году я запустил ее. Сейчас, если можно будет видеть, там солнце может попадать. Сейчас я покажу вам. Сверху тоже довольно нормально. Там где-то подровнять что-то, это соответственно. Ну, на этом все. Единственное, я, может быть, вставлю сюда еще изгородь из можжевельника, который мы сделали тоже в этом году. А это все подровняется. Ну и самое главное осталось. Уборка мусора. Самая легкая и самая непринужденная. Фух. Всем спасибо за просмотр. С вами был Евгений Филимонов. И вы были на канале питомника Хвойный дворик. Всем удачи. Спасибо.